У Натальи Мухортовой проблемы со зрением, но это не мешает ей наслаждаться жизнью. Наталья рада любым активностям. С детства увлекается вокалом. За плечами победы в конкурсах различного уровня. Отмечает, важно помогать и вдохновлять друг друга. Главное – верить в себя и не сдаваться. Уверена, сцена лечит артистов и продлевает им жизнь. Иногда, знаете, бывает так плохо. Здоровье, например. А тогда выходишь на сцену, вот я спела, и я чувствую, что все. Вот просто все прошло. Я не вру, это вот все артисты так говорят. Я на себе это ощущаю. Гостям предложили погрузиться в новогоднюю сказку, поучаствовать в мастер-классах, интеллектуальных играх, посмотреть фильмы или потанцевать. Форум открыла развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Раз, два, три. Передаем из ручки ручки. Быстрее, 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 быстрее. Ну а пока игрушечку ждем, танцуем дружно. По словам организаторов, проводить подобные встречи важно. Они помогают людям с ограниченными возможностями в социализации, заставляют выйти из дома, обрести друзей, найти круг общения по душе. Ну, во-первых, человек выходит из дома. Это уже стимул для того, чтобы умыться, причесаться, одеться. Это очень важно. Во-вторых, пообщаться, показать, какие мы хорошие, увидеть, какие вокруг нас еще лучше люди. И в-третьих, конечно, знаете, каждая крупинка новых зданий продлевает жизнь. В санатории, на базе которого провели конференцию, можно не только весело провести время, но и поправить свое здоровье. На нашей лечебной базе есть возможность выполнить весь комплекс восстановительного лечения. Это лечебная физкультура, медицинский массаж, водная терапия, электрофизиолечение, аромафитерапия, соляная пещера. Конференцию для людей с ОВЗ на территории санатория провели уже второй раз, тем самым сделав встречу доброй традицией. Ксения Баканова, Сергей Баскин, «События».